Завтра, 30 марта, пройдут районные первенства по шахматам и шашкам среди воспитанников комнат школьника. В 11 утра в Центре развития детей и юношества номер 2 начнутся состязания учеников Северного и Железнодорожного районов, а школьники Заводского и Советского в 14:00 встретятся в детской юношеской спортивной школе номер 1. В воскресенье, 1 апреля, в специализированной детской юношеской шахматно-шашечной школе любители современных русских шашек продолжат умственные баталии за призы чемпионата и первенства города. Старт будет дан в полдень.